Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодняшние занятия по русскому языку у нас научный стиль и его особенности. Что такое научный стиль? Научный стиль – стиль научных сообщений. Сфера использования этого стиля – наука. Основная его функция – сообщение информации, а также доказательство ее истинности. Для него характерно наличие малых терминов, общенаучных слов, абстрактной лексики. Давайте познакомимся сейчас с историей научного стиля. Возникновение научного стиля связано с развитием разных областей научного знания, разных сфер деятельности человека, а также образцом научного языка стало логическое изложение Ньютона. В России научный язык и стиль начал складываться впервые в десятилетии XVIII века, когда авторы научных книг и переводчики стали создавать русскую научную терминологию. Во второй половине этого века, благодаря работам Ломоносова, формирование научного стиля сделало шаг вперед. Но окончательно он сложился во второй половине XIX века вместе научной деятельности крупнейших ученых этого времени. Особенности научного стиля. Научный стиль имеет ряд общих черт, проявляющихся независимо от характера определенных наук и различий между жанрами высказывания. А сейчас мы познакомимся с признаками научного стиля. Научный стиль – это логичность, это последовательность, это ясность. В научном стиле активность союза, предлоги, предложные сочетания, в роли которых могут выступить полнозначные слова, прежде всего существительные. Лексические признаки научного стиля речи следующие. Вы прочитаете на экране. Запишите себе в тетради и запомните, пожалуйста, ребята. Почти каждая лексическая единица в научном стиле обозначает понятие или абстрактный предмет, точно и однозначно называя специальные понятия научной сферы, общение и раскрывает их содержание особые лексические единицы. Это термины. Так. Термин – это слово или словосочетание, обозначающее понятие специальной области знания или деятельности и являющееся элементом определенной системы терминов. Термины – значительная часть которых является интернациональным, и словами это условный язык науки считается. Подстилы научного стиля – это научные, научно-учебные, научно-популярные бывает. Так, жанры научного стиля речи. Можно выделить следующие жанры научного прозы, монографию, журнальная статья, рецензия, учебник, лекции, доклады, информационные сообщения, устные выступления, диссертации, научные отчеты и так далее. На этом сегодняшнее занятие, ребята, заканчивается. Поэтому запишите себе домашнее задание. Пожалуйста, подберите образец научного стиля речи. Запомните и запишите себе в тетрадь. До свидания. Спасибо за внимание.